Перед началом видео прошу подписаться, также поставить лайк, а также присоединиться к моему дискорд-серверу. Не стану задерживать, погнали. Западная крепость участка Ракун-Сити. Играю за Вескера. Крушитель палет. Опа. Это кто у нас тут? Это Кейт, Кейт. А ты куда? А, я понял, она решила не скидывать, окей. Раз, палета. Заразил, отлично. Убегает. Ты куда пошла? Она в подвал решила, я понял. Ну пошли в подвал. Киточка моя. Решила в подвал? Ну давай. Это не так работает. Спина это не лицо. Ты куда убежала? Вернись ко мне. Раз пришла, так не уходи так от меня. Мне же как бы даже немножко обиделся. Взял, ушел от меня. Стой же. Ты куда? Я ж обидеться могу. Ломаю. А ну стоять. А, у меня один заряд был. Ошибка. Я раздуха готова. Побежала она. Ой, в смысле? А что произошло? Ладно. Убегать продолжает от меня. У меня быстро и тихий, у него понятно. Да подожди ж ты меня, сколько мне за тобой бегать? Успокойся ты. Хватит бегать, я хочу тебя заразить. Куда ж ты бегаешь от меня? Хватит бегать. Какая она быстрая, конечно, девочка. Еще и оступилась тут. Ты меня не ослепишь ни в коем случае, я тебе запрещаю. My name is Крушитель Палет по имени Вескер. А давай сломай. Давай, давай. Опа! Я раз духа. Ну, конечно, я тупо его завал, конечно. На тебе, Леон Кеннеди. Леончик? Ты куда, Леончик? Блин, не успеваю. Далековато. Я слишком медленный, чтобы его догнать. В этом месте. Оглушил меня. Ладно, побегаю за этим Леоном. Ой, а тут еще кто-то есть? Конечно, не попал. Ой, а чего мы оступились опять? Опять оступился. Тебя тоже ударил. Я об тебе помню. Я ж просто ломаю. Ему тупо, он еще заражен, он не может от меня убежать. Два человека уже заражены. Окей, один вылечился, окей. Здорово! А чё мы такие, как мы так быстро убежали, интересно? Отсюда, я не понял. Я только сюда пришел, а вы уже все убежали от меня. Блин. Оступился. Оступился. Нет, надо закрывать вот так. Оглушил меня. А ты куда? А блин, у меня только один заряд, блин, забыл. Еще там починили мне жопа. Блин, промахнулся. Плохо. Оглушил меня. Сама я лучше. На тебе!
На тебе! Как тебе прятаться? Этой фигней за этой. Он же спрыгнул, да? Тут чинит. Чинили. Об меня сломало, отлично. Да чтоб тебе, хватит бегать. Хотя бы его убить, хотя бы и то. Займитесь вы хоть немного этим лечением, а не только бегайте и чините гены, а? Блин, починить это не успел я. Убить хотя бы одного. Я максимум одного, наверное, убью. Или двух. Это что бегает так быстро от меня? Где он? А, он сзади. Ой. Хоть бы... Только 5 повес, понятно. Да. А я пойду за Леоном. Понятно, я за Леоном. Опять там речь с толпой, не опять. Надо, чтобы он быстрее сдох, этот Леон. Там че уже идет? А почему она не пробилась? А что за хрень? Я не уверен, что донесу, конечно, но я попробую. Одного, но я убью. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не прошу, в смысле? Еще одного поймал. Нет, он умирает, блядь, точно теперь. Наконец-то хотя бы один умирает. Он сам поставился, у него как бы заражение полное. Остался только этот челик. Нет, надо за ним. Тут люк открылся, но мне насрать полностью. Блядь, только не могу пить. Это ухо. Надо не пить, наверное. Ну я знал, что я одного, скорее всего, только убью. Ну ладно. На этом все. Если вам понравилось, подпишитесь, также поставьте лайк.